Мы продолжаем знакомить вас с авторскими ритуалами Алены Полынь. Я, ведьма Хельга, сегодня познакомлю вас с ритуалом на притяжение успеха, радости, счастья. Этот ритуал важно правильно провести. Проводится он таким образом. Вы читаете заговор, который я расскажу чуть позже. Потом поворачиваетесь вокруг себя. Руки прижимаете к груди и какое-то время стоите. Стоите для того, чтобы почувствовать, какие изменения произошли, что, как это все происходит. Постояли, потом снова читаем заговор, снова поворачиваемся и прижимаем руки к груди. Так надо сделать не менее 3 раз. Смысл ритуала в том, что вы путем кручения открываете воронку, где собираете положительную энергию для себя. Итак, заговор, который нужно читать в этом ритуале. Вокруг себя обернусь, в счастье завернусь, за каждой со стороны у меня успех да радость. Все, что просила, мне досталось, мной уговорено, силами сотворено, истину не изменить, слову моему быть. Истина –